Пришло время первого на этой неделе выпуска торговых сигналов. С вами Имаджин Комри. Давайте сравним технические индикаторы с позициями Межбанка 8 по Гринвичу. Нейтральные зеленые индикаторы на часовом графике курса евро-доллар. 4,6 красных соответственно на 4-часовом и дневном. Позиция межбанка нейтральная, менее 10% шорт. Преимущественно нейтральные индикаторы на часовом графике курса фунт-доллар. Превалируют красные на 4-часовом и дневном, что соотносится с медвежьей позицией межбанка более 16%. 4 красных индикаторов на часовом графике курса доллар-иена. 6 нейтральных на 4-часовом. Зеленые нейтральные на дневном. Бычья позиция межбанка более 20% не совпадает с техническими индикаторами. Превалируют красные индикаторы на часовом графике курса фунт-иена. 7 на часовом графике, 5 на 4-часовом, 4 на дневном. Позиция межбанка менее 2% лонг не совпадает с техническими индикаторами. 6 нейтральных индикаторов на часовом графике курса евро-доллар. Красные нейтральные на 4-часовом и медвежьи на дневном. Позиция межбанка нейтральная 4% шорт и совпадает с часовыми индикаторами. На этом завершается выпуск основных торговых сигналов понедельника. Следите за обновлениями каждый час.